Всем привет! Сегодня мы познакомимся с некоторыми технологиями производства компании «Сплав» на примере вот этой мембранной куртки. Очень прочная и подходящая для самого широкого диапазона применения куртка «Balance» спроектирована специально для использования в суровых горных условиях. Эластичная ткань с современной гидрофильной мембраной обладает высокой паропроницаемостью, а технологии проклейки швов гарантируют высокий уровень комфорта в самую неблагоприятную погоду. Анатомичный удлиненный крой и легкий вес 600 грамм обеспечивают свободу движений. В современном мире путешественники уделяют особое внимание технологичности своей экипировки. Комфорт и удобство становятся на первое место. А именно поэтому при выборе куртки важен и удобный крой, современный дизайн и высокие технологии в создании изделий, а особенно ценно свойства материала. Для тестирования таких свойств компания «Сплав» имеет собственную лабораторию. При создании мембранной куртки разработчики учитывают условия использования, от которых зависит и конструкция изделия с учетом современного дизайна, и особое внимание уделяется выбору ткани. Мы проверяем соответствие заявленных характеристик ткани и производим тестирование образцов материалов как на стадии создания нового изделия, так и проверяем каждую партию поставляемого материала. Для создания куртки Balance используется трехслойная мембранная ткань 100% полиэстера 75D Mechanical Stretch. Мембранная ткань в лаборатории компании «Сплав» проходит несколько испытаний. Механическое воздействие – это прочность на разрыв, раздир и стирание. Именно эти качества так важны для использования изделия в экстремальных активностях. Водоупорность ткани и швов. Воздухопроницаемость, если материал требует такой проверки. Паропроницаемость в термостате по двум параметрам. Эти характеристики тканей отвечают за ваш комфорт. Водостойкость нашей куртки 20 тысяч, а паропроницаемость 34 тысячи. Также мы проверяем ткань на устойчивость окраски к свету, так как условия использования куртки могут быть самыми агрессивными, и ткань подвержена воздействию большого количества ультрафиолета, например, в горах. Также проверяем на устойчивость к стиркам, для того, чтобы куртка прослужила вам как можно дольше. Мы желаем вам удачи и погоды в горах, а компания «Сплав» будет производить для вас всю новую технологичную экипировку. Всем пока!